Детская библиотека номер 9 округа Майская Горка представляет. 27 мая исполняется 120 лет со дня рождения детской поэтессы Елены Александровны Благининой. Ее стихи о детях и для детей добрым эхом отзываются в наших сердцах. Но есть в творчестве Елены Александровны и другие стихи о грозном военном времени, например, «Шинель», «Письмецо», «Папе на фронт» и другие. Давайте вместе с вами послушаем одно из таких стихотворений, которое называется «Чижик». Был у нас чижик, жил у нас пыжик, жил у нас чижик две длинных зимы. Очень хороший, веселенький чижик, крепко любили чижика мы. Мама, бывало, с работы вернется после большого трудного дня. Чижик увидит ее и зальется. Мама смеется, встречает меня. Если письмо запоздает отцова, сразу покажутся грустными дни. Бабушка с мамой, конечно, ни слова, только я вижу, боятся они. Скучно и мне, ни картинок, ни книжек, и ничего я тогда не хочу. Милый мой чижик, хороший мой чижик, скоро ль от папки письмо получу? Чижик головкою вертит лукаво, перышки чистя на теплой груди. Мол, не кручинься, экий ты, право, будет тебе письмецо, погоди. И полегчает, как будто немножко. Бабушка, ты, говорю, не скучай. Глядь, письмоносец стучится в окошко, машет конвертом, пляши, получай. Как-то нас подняли крики соседа. Он барабанил в окно со двора. «Встаньте, победа! Проснитесь, победа! Мы победили фашистов! Ура!» Утро нас встретило солнечным светом, песнями, музыкой, ливнем флажков. Я не забуду о празднике этом. Нет, не забуду во веки веков. Взял я на радостях, да и поставил клетку с чижом на скамейке в саду. Дверцу распахнутой настежь оставил, сам за кустом притаился и жду. Чижик вспорхнул и чирикнул у дверцы, снова вспорхнул и не с места, молчок. Я холодею, колотится сердце, что ж ты, лети, ну лети, дурачок! Или на свободу тебе неохота, или об этом ты песен не пел. Чижик ответил веселое что-то, крылья расправил и полетел. Он пролетал над кустами густыми, он щебетал, вспоминайте меня. Крылышки были совсем золотыми в солнечном свете майского дня.